В любых обстоятельствах контролируйте свои эмоции и старайтесь поддерживать душевное равновесие. Не пострадал, инциденты были накануне. Предполагается, что это были некие пьяные хулиганы, их пока не поймали. Певица Юлия Чичерина выступила на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Она поздравила военных с Новым годом. Как передает ТАСС, Чичерина отметила, что прибыла в Сирию из Луганска, где выступала перед представителями